Татьяну Михайловну Лиознову называли «железной леди» советского кинематографа. На съемочной площадке эта маленькая, хрупкая женщина действительно была самым настоящим диктатором. Она могла кричать, но если переходила на шепот, вся группа замирала в ужасе. Шепот означал крайнюю степень раздражения. Сейчас вот редко встретишь такую дисциплину и такую атмосферу на съемочной площадке. Первым законом это была абсолютная тишина. И не дай бог, там кто-то чихнет это все. Мне не надо было кричать, она просто говорит, кто это сделал? И человека инфаркт. Да, она была сильной. Она была контрастной, она добивалась своего. А разве без характера можно было сделать такие фильмы? Садитесь! Я вам рад! Откиньте всякий страх и можете держать себя свободно. Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно. Минуточку, минуточку, подождите. Вы нас просто ошеломили. Пройдите сюда. Чувствовали? Стекло заливает. А никак. Они не могут ждать. Спешишь? Ладно. Постоим. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. Сегодня сложно себе представить, что мы с вами могли бы никогда не увидеть эти фильмы. И это произошло бы, если бы не феноменальное упорство и несгибаемый характер Лиозновой. Как-то поздним зимним вечером 1950 года знаменитый поэт Константин Симонов подвозил домой хрупкую молодую девушку. Она писала небольшие заметки для литературной газеты, где Симонов был тогда главным редактором. Девушка попросила проехать мимо киностудии имени Горького. И когда машина поравнялась со входом в киностудию, высунулась из окна и крикнула: «Я все равно буду здесь работать, я буду здесь лучшим режиссером». Симонов с улыбкой посмотрел на юное дарование. Звали эту девушку Татьяна Лиознова. Часто полно режиссеров женщин. Но тогда это действительно это по пальцам все считать. Не женская профессия. Куда их? У их баб еще в кино. Конечно, тяжело было. Но зато уж доказал так доказал. Доказывать свое право на профессию Лиозновой пришлось всю жизнь. Она проработала в кино более 30 лет, но в ее фильмографии всего 9 картин. Зато 3 из них – «Карнавал», «Три тополя на Плющихе» и «17 мгновений весны» – навсегда вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Как-то объясняя, почему она так мало снимала, Татьяна Михайловна сказала: «Я по 2-3 года искала историю, которую я бы прочла, и у меня бы заколотилось сердце». Артистка. Какая из тебя артистка? Не надо, мам. Ты погляди, что ты с лица. Артистки они какие? Красивые, тонкие. Ты ж у меня 48-й размер носишь, а голос, как у трубы Ерехонской. Я ведь видала по телевизору, губки у них тонкие, ножки высокие, а ты? Ну, чё ж ты мне такое родила? История провинциальной девчонки, которая приезжает в Москву, чтобы стать артисткой, была рассказана в повести Анны Родионовой «Карнавал». Ее напечатал журнал «Искусство кино». Было это в 1980 году. Лиознова тогда совмещала режиссуру с преподаванием в ВГИКе. Мы очень долго не могли найти, придумать, написать сценарий для своей курсовой работы. Писали, сценарии отвергались. Замучились все. Тогда она предложила такую вещь. Сказала: вот есть сценарий, называется «Карнавал». Прочтите его, пожалуйста, и каждый выберите себе по сцене. Оказалось, что она сначала планировала сделать такой фильм «Альманах», чтобы эти отрывки сценария перешли бы в дипломы, а на основе их построить всю картину. Но студенческие работы Лиозновой не понравились. Ей казалось, что в повести «Карнавал» ее ученики не поняли чего-то самого главного. И тогда она решила снять этот фильм сама. А мы еще не представились. Говорили, а не познакомились. Соломатин Николаевич. А вас как звать и величать? Как?
Ничего не слышно, извините. А говорите, в самодеятельности выступаете. Ничего не слышно. А у вас премьера. Может быть, эта смешная и трогательная история зацепила Леознову тем, что показалось ей во многом автобиографичной. Она даже добавила в сценарий какие-то сцены из собственной жизни. Все герои этой истории, казалось, были ей знакомы до мелочей. Она знала про каждого персонажа. От его носок до что у него на макушке. И был, значит, такой эпизод, где мы, значит, с Ириной Вадимовной Муравьевой идем из школы, весело болтая. Ну и гольфики у нас были одинаковые, 35-го размера, хлопчатобумажные, надетые на колготки, и они съезжали. Ножки-то полненькие, они все время съезжали. Я все время наклонялся их подтягивать. Она сказала: ой, слушай, вот это вот мне нравится. Вот гольф будет подтягивать Ира, а ты не подтягивай гольфы, сказала мне она. Я вся увлеченная, я играю, у меня съезжает гольф, я, значит, поднимаю ногу, подтягиваю гольф. Стоп! Дубль! Я же тебе сказала, что гольф будет подтягивать Ира. Да-да-да-да-да. И так три дубля. На четвертый просто рядом стоял стул, такие вот с железными ножками, знаете, такие старые стулья. То есть она ее с легкостью необыкновенной, несмотря на свою миниатюрность, она же очень невысокая была, с такими узенькими плечиками. Она подхватила этот стул и меня запулила через всю площадку. Мне стало так, честно говоря, стыдно. Я там что-то пробурчала, извините. И уже, конечно, последний дубль я сделала нормально, как бы мне не чесался этот гольф. На самом деле, одной из главных черт ее характера — это было сохранение в себе ребенка, в ней. Она была человек, который сохранил в себе дитя. Ее интонации и реакции были очень непосредственно детские. Такая же детская непосредственность была и в Нине Соломатиной, героине фильма «Карнавал». Наивная, упрямая, мечтающая о славе Нина вообще очень напоминала саму Леознову. Вам сказали, темперамент есть, но говор ужасный. Будто они ничего не поняли. А я говорю, я как у нас в жизни говорю, ваханский, они говорят, то жизнь, а то искусство. Упрямым характером Таня Леознова пошла в отца. Тот уж, если что решил, своего решения не менял. В 1917 году солдат Первой мировой Моисей Леознов возвращался из госпиталя после ранения. В поезде познакомился с девушкой Идой, влюбился. И через полстраны, охваченной гражданской войной, отправился просить ее руки у родителей. И 20 июля 1924 года в Москве родилась Таня Леознова. Окончив школу, Таточка Леознова поступила в авиационный институт. Тогда мечта о небе преследовала всех без исключения, мальчишек и девчонок. Если уж не летать самой, то хотя бы иметь отношение к авиации. Эта любовь к небу и к тем, кто его покоряет, останется у Леозновой на всю жизнь. И один из своих фильмов она посвятит летчикам-испытателям. Фильм «Им покоряется небо» вышел на экраны в 1963 году. Несмотря на то, что в нем снялись тогдашние звезды советского кино, большого успеха своим создателям он не принес. А вот жизнь Леозновой изменил навсегда. Однажды на съемочной площадке ей представили одного из консультантов картины. Это был герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель. Мой отец Василий Петрович Калашенко. Они были очень дружны, потому что это люди были одного объема. Знаете, вот те поколения, это были люди большого формата. Это были люди, которые знали, что такое Родина, что стоила победа. И поэтому им не надо было долго даже говорить с друг другом. Калашенко покорил Леознову своей мужественностью, интеллигентностью, безупречными манерами. Но семейного счастья, увы, так и не сложилось. Хотя они навсегда остались очень близкими людьми. А одну из дочерей Калашенко, Людмилу, Леознова фактически удочерила. Удивительно, как она чувствовала ситуацию, чувствовала людей. Она могла сканировать человека. Если она выбраковывала, то выбраковывала. Но если она любила, то она любила. Настоящей семьи у Леознова никогда не было. Хотя ухаживали за ней всегда мужчины яркие и неординарные.
поэт Константин Симонов, известный физик Владимир Кирилин, актер Арчил Гамиашвили, сыгравший Остапа Бендера. Но главным в ее жизни всегда оставалась ее профессия. Эта профессия, помимо таланта, я думаю, есть талантливых людей в этой профессии много, но она требует железной руки, воли и умения объединять, быть лидером команды, в том числе мужиками. Я не знаю, насколько это легко и нелегко, но Татьяна Михайловна это делала виртуозно совершенно. А у нее такие тоже мужчины-то были яркие личности. Я понимаю, что они просто не могли смириться, потому что она царствовала абсолютно. И потом она так самозабвенно любила эту свою работу, что, наверное, поэтому и детей не решилась заводить, наверное. Она была королева. И все мужики слушали ее, затаив дыхание. Татьяна Михайловна была гений в своем творчестве. В режиссуре она была гений. Да еще женщина. Проучившись в авиационном институте всего один семестр, она со свойственной ей решительностью забрала документы и поступила во ВГИК. То, что из Леозновой получится большой режиссер, стало ясно далеко не сразу. Шел 1943 год. Курс во ВГИКе набирали знаменитый режиссер Сергей Герасимов и его жена, актриса Тамара Макарова. Вскоре они решили, что у юной студентки, а Леозновой тогда едва исполнилось 19, маловато жизненного опыта для того, чтобы быть режиссером. И отчислили ее из ВГИКа вместе еще с тремя студентами. Это же очень тернистый путь был. Герасимов ее отчислял. За профнепригодность, за то, что у нее не было достаточно опыта. Она собрала отчисленных, поставила этюд, добилась того, чтобы Герасимов просмотрел и всех их восстановил. Закончив ВГИК и получив диплом с отличием, Леознова начала работать на киностудии имени Горького. Это был 1949 год. В Советском Союзе набирала обороты компания по борьбе с безродными космополитами, которыми чаще всего оказывались люди с еврейскими корнями. Вскоре она коснулась и Леозновой. Ее уволили с киностудии. Леознова осталась без средств к существованию, да еще и с больной матерью на руках. Но и в такой ситуации она не сдалась. Надо было содержать маленькую семью. И они с Идой Израильной шили великолепные халаты с оборочками. И ведь она пошла в ВГИК в юбке, которая была перешита из брюк отца. Леознова жила тем, что шила на заказ, подрабатывала внештатницей в литературной газете. Сергей Герасимов и Тамара Макарова помогали своей бывшей студентке, чем могли. Через год Герасимов, пользуясь своим влиянием, добился, чтобы ее вновь приняли в штат киностудии имени Горького. Правда, не режиссером, а всего лишь ассистентом по реквизиту. Она же очень долго не снимала. Она и дубляжом занималась, режиссер дубляжа была. Она чего только не делала. И ассистентом. Профессии киношные она все прошла. Пока она первую постановку получила, прошло там лет 10. Тут же была и дочь Оливии, Имаджин. Девушка, зараженная новыми веяниями. То есть страстно отрицающая политику в пользу занятия жизнью. Это была целая теория, разумно чередующая танцы, флирт, автомобиль и, быть может, позже семью. В последнем Имаджин была еще не уверена, ей было всего 18 лет. Свою первую самостоятельную картину «Память сердца» Леознову удалось снять лишь в 1958-м. Это был фильм о войне, о раненом английском летчике, которого прятала и выхаживала русская учительница. Сценарий Леознова написала совместно с Сергеем Герасимовым и Тамарой Макаровой. Макарова и сыграла в этом фильме главную женскую роль. Как вы себя чувствуете? How do you do? How do you do? Тема войны была для Леозновой очень личной. Ее отец ушел на фронт в июне 41-го, а 17-летняя Татьяна работала тогда пионер-вожатой в подмосковном лагере. Она так и не смогла вырваться домой, чтобы с ним попрощаться. Больше они никогда не виделись. В первые
дни войны он ушел добровольцем и погиб под Смоленском. И эту роль защитника и своей маленькой семьи, мамы Иды Израилевны, она взяла на себя и никогда ни в чем не прогнулась. Она была защитником, и она многим помогала. В ее фильмах всегда было много личного. Не зря она говорила, что ищет такие истории, от которых бы колотилось сердце. Несостоявшееся семейное счастье Лиозновой во многом повлияет на тональность картины, которую она снимет в 1967-м. Это история женщины, которая навсегда упускает возможность любить и быть любимой. Лиозновой очень нравилась нежность. Она мечтала, чтобы в ее картине прозвучала эта тогда уже очень популярная песня. Режиссер обратилась к ее автору, композитору Александре Пахмутовой. Но Пахмутова, прочитав сценарий, решительно отказалась. Она вообще была против того, чтобы песня звучала в картине. Эту песню знают летчики, космонавты, а тут приезжает какая-то тетка, на базаре мясо продает, ну что это такое? Тогда упрямая Лиознова пригласила композитора на просмотр уже отснятого материала. Так же было пусто на земле. Ой, и когда летал это... Летчик один летал, французский. Это... Так же падала листва. И случилось чудо. Увидев крупные планы Дорониной, которая поет ее песню, и слушающего Олега Ефремова, Пахмутова немедленно согласилась. Она сочинила всю музыку к фильму, пока шла из просмотрового зала к стоянке такси. А мелодия песни «Нежность» действительно стала лирическим лейтмотивом всей картины. Вот это скрупулезное как бы, внимание к деталям, к нюансам, даже не интонации, а отношений. Выстраиванию партитуры между персонажем. И даже сценарий в руках другого режиссера может быть, ну, как бы прошедший так, а в руках Лиозновой становился шедевром, как Тритополя. Она настолько живая, какая-то вымученная, выстраданная, что она такой в сердце невероятный отклик находит. Суметь заплести это так, что это вышибает слезу, это просто открывает сердце на 360 градусов у зрителя. Здорово. Фильм «Три тополя на Плющихе» стал первым настоящим успехом режиссера Татьяны Лиозновой. На международном кинофестивале в аргентинском городе Мар-дель-Плата он получил первую премию. А Татьяна Доронина по итогам опроса журнала «Советский экран» была названа лучшей актрисой 1968 года. Следующий фильм Лиозновой тоже буквально загипнотизировал зрителя. В августе 1973 года в Советском Союзе улицы городов и поселков по вечерам словно вымирали. В стране даже резко упал уровень преступности. Бандиты сидели в своих фатерах и пили водку, смотрели фильм. Не было никаких воровства, не было убийств и так далее. Я помню, вот смотрел еще первый раз школьником. Был общественный просмотр, там спортивная база справилась под Сухуми. Маленький телевизор, не цветной, столовая, комары. Человек 70 у этого телевизора. Это великое кино тоже. Что там? У
улица закрыта. Проезд по соседней улице. Роман Юлиана Семенова «17 мгновений весны» вышел в 1969 году. И очень понравился Юрию Андропову, который тогда возглавлял Комитет государственной безопасности. Андропов лично позвонил писателю, поздравил его с замечательной книгой и пообещал всемирную помощь в экранизации романа. Немногие знают, что этот великий фильм мог бы снять совсем другой режиссер, который был уже найден и договор с ним был уже подписан. И тут Семенову позвонила Татьяна Лиознова. «Снимать 17 мгновений весны буду я», – сходу заявила она. Писатель изумился. Я его уже продал в Ленинград, деньги получил. Но Лиознова, как всегда, сумела настоять на своем. Хотя во всесильном ведомстве Андропова сильно сомневались, что женщина-режиссер сможет снять такое кино. Она была человек, который добивался своего. Картина выиграла вот этот сериал «17 мгновений весны», конечно же, не на детективном сюжете, а на тончайших отношениях между персонажами, которые были выстроены на полувзгляде, на паузах, ну, на разработанной партитуре, естественно, этих всех персонажей, которые, от которых ниточки тянулись к главному герою. Который герой без страха и упрек, идеальный мужчина. Вот может быть зерно этого фильма, так сказать, идеальный мужчина. Вот странно, но мне почему-то кажется, что она, Татьяна Михайловна, вот все это снимая, она имела в виду, может быть, подсознательно, ту сцену встречи в Штирлице со своей женой. И вся его жизнь, все приключения эти, все эти дикие интриги, опасность, это все на фоне вот этой любви и тоски по родине, по жене, по гнезду. Изначально такой сцены не было ни в книге, ни в сценарии фильма. История о том, как разведчикам-нелегалам командование устраивало тайные встречи с женами, на которых они могли лишь увидеть друг друга издали, не имея возможности обменяться хоть парой слов, рассказал Вячеславу Тихонову один из консультантов фильма, сам в прошлом разведчик. История настолько понравилась Тихонову, что он уговорил режиссера включить такой эпизод в картину. На роль жены Штирлица Лиознова утвердила молодую актрису театра Вахтангова Элеонору Шашкову. Но задачу перед ней поставила практически невыполнимую. Она говорит, вот я тебе буду давать задания, такие. Ты говоришь, какие? Ну, значит, так. Во-первых, ты страдаешь, что ты его не видишь давно, не встречаетесь. Он давно из дома уехал. Дальше он, оказывается, в испанской был, на испанской войне, потом проник в логово фашизма. Вот. И, конечно, долгие годы они не виделись. Раз. Второе. Она очень страдает. Переживает, как он тут вообще ест, как он одет, как он ухожен, как он... Ну, сердце заходится от любви. И самый последний кадр, который будет, может быть, они видятся в последний раз. И говорит, так, и на кого я буду смотреть? Она мне говорит, на камеру. Вот камеру, вот сюда, в уголочек. Я говорю, вот с этой железякой играть? Вот эти все задачи, которые вы мне дали, да это гений не сыграет. Я говорю, да вы что, Татьяна Михайловна, что-то я капризничаю. Я говорю, а где Вячеслав Васильевич? Вот посадили бы его рядом, я посмотрела в его красивые глаза, и все, может, получилось. Она мне говорит, у него выходной, он полгода без выходных, и у него единственный сегодня выходной. Но нужно было знать Тихонова. Он не выдержал и все-таки явился на съемочную площадку. Да и мог ли настоящий актер поступить иначе? И открывается дверь кафе «Элефант», которая была выстроена на студии Горького. Он входит. Сел у камеры.
и говорит: прежде всего ты должна понять, кругом фашисты. То есть никто не должен обратить на нас внимание. То есть не шевельнуться ни глазом, ни носом, ни горлом, ни руками, ничем. Только смотреть. И вот в этих глазах должно отразиться все, что вы увидели вот потом на экране. А это отразилось, потому что я была очень непосредственная, я верила во все, что... Я в него тут же влюбилась, в его глаза, как он смотрел на меня, как он мне иногда помогал там, если я хотела где-то чуть-чуть улыбнуть. Нет, категорически. Там один раз, по-моему, слюну сглотнула. Этот эпизод длится на экране 5,5 минут. Для кино это невероятно много. И за все это время актеры не произносят ни одного слова. Они даже практически не двигаются. Но внутреннее напряжение не отпускает зрителя ни на секунду. Чтобы снять такую сцену, нужно действительно быть настоящим мастером. Так точно, не дать артисту ничего сыграть лишнего, он-то настолько скупо, там какие-то 2-3 краски, но точно абсолютно то, что нужно, и все понятно. Это режиссерское. Вообще кино – это режиссерское искусство. И то, что вот там великие артисты так блистательно существуют, как нигде, наверное. Это заслуга режиссера. И как она чувствовала актера, я просто не боюсь сказать, что, наверное, не чувствовал никто в кино. Чувство паузы, чувство подтекстове. А на площадке она иногда подходила и что-то шептала на ухо. Ощущение, что процесс идет сам собой. А что делает режиссер? А там два слова, здесь два слова. А все знают, что должно происходить, и все движется. И как-то это удавалось Леознову. Многосерийный художественный телефильм «17 мгновений весны» был впервые показан в августе 1973 года и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Всего через 3 месяца руководство советского телевидения, буквально заваленное письмами зрителей, вынуждено было повторить его снова. В итоге более 200 миллионов человек посмотрело фильм о советском разведчике. Мне такое ощущение, что она снимала не про разведчиков. Она снимала про любовь. Вот Татьяна Михайловна, все замешано на любви. В каждом снятом ею фильме неуловимо живет то чувство, которого ей самой в жизни, наверное, так и не хватило. Лёзнова не любила слабаков и нытиков. А найти человека, который обладал бы столь же сильным характером, как и она сама, ей за всю жизнь, увы, так и не удалось. Смешная это. Знаешь, за год сколько в Москве понастроят, я тебе в набережные покажу. Москву сверху от университета, как интурист возит. Нет. У нее были романы, это не секрет, это что ж там. У нее были любови, были. Она была действительно очень интересной женщиной. Она себя просто очень уважала. Самое главное, она умела себя нести, потому что более требовательного отношения и стойкого в своих принципах трудно себе представить. В первую очередь, она была железной леди с собой. Но как-то, уже последние годы, я сказала ей: ты знаешь, кто ты у меня? Ты ежик. Знаешь, почему ты ежик? Потому что у ежика очень тоненькая кожица. И чтобы ее защитить, у него так много иголок. Конечно, характер у Леозновой был не из легких.
Выкладываясь на 100% сама, она требовала того же и от других. Пожалуй, особенно ярко это проявилось в 1986 году, когда она приступала к съемкам картины «Конец света» с последующим симпозиумом. Я ждал подобного момента много лет. И вот он, кажется, настал. Пригласите Стоуна. Вообще-то у меня нет секретарши. Ни слова больше, с этой минуты вам предстоит догадываться самим, что я выдумал, а что нет. Этот трехсерийный фильм, снятый по пьесе американского драматурга, рассказывал об угрозе ядерной войны. На съемочной площадке Лиознова вновь собрала блестящий актерский состав, а на главную роль утвердила своего любимого ученика, когда-то закончившего ее мастерскую во ВГИКе. Это было счастье, когда меня утвердили. Для меня это было, ну, это действительно главная роль у Лиознова. За главное, там нет вообще без меня ничего. Это была тяжелейшая работа. Мучительнейшие съемки были. Я похудел на 8 килограмм, ничего для этого не делаю. Как вы беседовали со Стэнли Беррент? Вот, наверное, повеселились. Да. Он нашел уйму дыр в нашей стратегии ядерного сдерживания. Уверен, он прав. Их нетрудно найти. Момент. Это было вообще первое кино мое. Первое кино со словами, наверное. С человеческими, с русским текстом, я имею в виду. Не, вообще первое кино, где я говорю слова, это был Татьяна Михайловна Лиознова. И в первое впечатление такая маленькая, очень властная хозяйка всего, что вокруг происходит. И не было ощущения, что это какая-то там та самая великая, простая вообще, абсолютно в общении, нормальная, то есть не было никаких так называемых понтов, звездности. И, а я-то был никто, звать меня никак вообще. То есть вообще был какой-то вот только что студент бывший. Самое главное, что я запомнил на всю жизнь, и это в моей жизни повторилось очень нескоро. Вот тогда, в этой картине, у меня был стул на съемочной площадке с надписью «Певцов». И следующий стул у меня появился лет через 15, наверное. Персональный. И это говорит только об одном, о том, как она любила, ценила актеров. Это было удивительно. «Конец света» с последующим симпозиумом был показан по телевидению всего один единственный раз. Начиналась перестройка, отношения Советского Союза и Соединенных Штатов Америки заметно потеплели, и фильм пришелся не ко двору. Именно эта картина оказалась для легендарного кинорежиссера последней. Больше Татьяна Лиознова не сняла ни одного фильма. Начались лихие 90-е, страна стремительно менялась. Лиознова говорила, что просто не понимает, чем дышит новый зритель. Она сказала, что больше снимать не будет, что она не в ладах с этим кинематографом, что она прекрасно проживет на пенсию. Я не могу себе представить Лиознову, просящую, ходящую с протянутой рукой деньги на кино. Не могу. Ну, скорее всего, она просто ждала, что чего-то предложит. Времена были такие, что кому предлагать, тебя снимал, кто деньги находил, тот и снимал. Она сколько лет не снимала, с 86 года. После этого она прожила, слава тебе, Господи, почти 30 лет. Чтобы фильм стал ближе современному зрителю, в 2009 году по телевидению была впервые показана цветная версия знаменитого сериала «17 мгновений весны». Работа по его колоризации продолжалась почти 3 года. Это был очень сложный и дорогостоящий процесс. А ведь в начале 70-х у самой Лиозновой была возможность снять 17 мгновений на цветную пленку. Но режиссер решила иначе. Она специально сделала фильм черно-белым, подчеркнув тем самым его строгую, почти документальную стилистику. И удивительно, что когда раскрасили кино, я не смог смотреть. Потому что кто-то из умных людей сказал, что черно-белое кино будет наше воображение. В последние годы жизни Татьяна Михайловна тяжело болела. Никаких сбережений у Лиозновой не было. Скромная пенсия не могла покрыть все расходы на лечение.
Ее операции и длительное пребывание в больницах оплачивали друзья, коллеги, ученики. У нее была пенсия какая-то там совсем небольшая. Наше государство ей ничего не давало. Ну, пенсию, как всем. На это не проживешь. Не так много таких выдающихся людей, которые дарили радость людям, миллионам, которым можно было бы чуть-чуть из бюджета, чуть-чуть, даже не из всей страны, из бюджета Москвы. Знаете, и надо сказать, что вот ее студенты, ее группа, они ее не оставляли. Приезжали в больницу долгие годы и всячески старались поддержать. Всячески. Так что она не страдала одиночеством. Она в это время страдала только от мысли о том, что она мало им помогла. Несколько лет Татьяна Михайловна почти не вставала с инвалидного кресла. У нее практически отнялась речь. Тем не менее, по утрам она вслух командовала самой себе: «Лиознова, встать!» Железная леди оставалась железной до конца. Она срежиссировала все, даже свой уход. Она написала в завещании, что никакого официоза быть не должно. На своих похоронах я хочу видеть, и она написала всего 5 фамилий. Строго сказала, ни одной копейки на похороны не брать. Ни у кого. Даже доску. На доску собирал народ. На доску памяти на киностудию Горького. Как-то в одной газете о режиссере Лиозновой написали: «У всех есть дети, а у нее только коробки с кинопленкой». Прочитав эти горькие строки, Татьяна Михайловна сказала: «Да, мои дети – это мои фильмы, и они дорогого стоят всей моей жизни».